Это АЗС компании «Роснефть» на Абхазском берегу реки Псоу. А это АЗС компании «Роснефть» на российском берегу реки Псоу. Это цена на бензин на Абхазском берегу реки Псоу. А это цена на бензин на российском берегу реки Псоу. Получается, что более дорогой бензин на российской стороне, откуда его везут в Абхазию. Причина в том, что пока в Абхазии не начисляется налог на добавленную стоимость на нефтепродукты. Сегодня в парламенте был принят закон о налоге на добавленную стоимость. Но вопрос налогообложения нефтепродуктов остался открытым. Очевидно, что если торговля нефтепродуктами будет облагаться НДС, то цена на топливо возрастет, а вслед за ней вырастут цены и на товары первой необходимости.